Что касается такси, по правилам дорожного движения знак «кирпич» запрещает въезд, если висит знак «кирпич» и висит кроме, внизу знак «кроме общественного транспорта». Запрещен въезд любому транспортному средству за исключением общественного транспорта. Либо те, кто будут включены в реестр, это заказные автобусы, техника Белгород-благоустройство, ну и с проблесковыми маячками. Поэтому такси, выделенные полосы, принято решение пока не пускать. Более того, у нас с вами в области, мы тоже тут одни из первых сделали онлайн регистрацию получения лицензии по такси, перевозки такси, это абсолютно бесплатно. То есть завтра, если мы дадим возможность ездить такси по выделенным полосам, у нас с вами будет не 4000 автомобилей, которые сегодня лицензиаты по Белгородской агломерации, а каждый, я смогу свою машину зарегистрировать, вы сможете. Будем ездить по выделенке, нам штрафы не будут приходить. Ну, просто они не будут работать, вот и все.